Здравствуйте, Олег Александрович, меня зовут Михаил Конев, и я так же, как и Игорь, представляю штаб Собчак. Мне абсолютно плевать, надо смотреть, будет кричать. Мы публично обещали жителям Красненко 16, что не будет точечной застройки. Мы это обещали публично. Тем не менее, застройка ведется. Вам не стыдно лгать жителям? Вам не стыдно лгать всем этим людям? Вчера к вам приехал, мне не нужен микрофон. Вчера к вам приехал кандидат в президенты. И вы спрятались от нее. Вам не стыдно врать жителям района? Людям, которые обеспечивают вашу зарплату. Вы публично обещали бороться с точечной застройкой. Когда вы будете исполнять свое обещание? Вот в чем мой вопрос. Уберут скоро. Волкова уберут. Вот новый префект. Сидит Волкова. Он новый префект. Найданов будет. Ответим абсолютно на все вопросы. И вот те вопросы, которые не касаются повседневной жизни Ясеня, я останусь с вами и детально отвечу на них. Ответьте не мне, ответьте жителям! Ответьте жителям! Ответьте Они обеспечивают ваши зарплаты, они платят налоги. Очень детально важно. Сколько времени, столько... Давай! Иди сюда! Черт, блин! Да! Что ты сейчас показываешь? Давай! Кепку сними! Кому ты ругаешься? Провокаторы от префекта, скорее всего. Молодежная палата «Единая Россия». А? Шаполизы? Давай, выводим. Уважаемые коллеги, вообще-то избирательные мероприятия надо оплачивать из избирательного фонда. Это большое нарушение, мы можем написать жалобу в Центр избирком. А вы кто такая? Скажите, пожалуйста, почему директор этой школы дал указание старшеклассникам прийти на нашу встречу, прийти на эту встречу, занять места для того, чтобы активисты взяли? Пожалуйста, порядок. Не-не-не, выводите. Коллеги, я призываю успокоиться. Вот мне сказали, что якобы «Единая Россия» здесь устраивает конфликт. Я не хочу разбираться в партийной принадлежности. Давайте успокоимся и не будем использовать время определенное для встречи префекта с населением для того, чтобы устраивать вот эти избирательные акции. Все равно с чьей стороны. Видим, что полиция не реагирует, не выводит хулиганов в зал. Я предлагаю всем успокоиться. Полиция смотрит, ничего не делает. Не надо ничего бросать, не надо ничего кидать. Коллеги, присядьте все, давайте продолжать работу. Тема, а зампрефекта руководит полицией. Она не новая, она была задолго до Собчак. Зампрефекта руководит полицией, Найданов. Поэтому не надо здесь устраивать вот представление, в котором находятся абсолютно все представители власти, муниципальной, городской, и продолжают работу. Если кандидат в депутаты хочет устроить какое-то избирательное мероприятие на территории округа, в соответствии с действующим законодательством, арендуйте зал и проводите это мероприятие. Сейчас другая встреча. Уважаемые друзья, небольшую паузу мы с вами сделаем. Я ознакомлю всех присутствующих с материалами анкетирования. Анкеты подготовлены к исходу первого часа нашей работы. Я хочу познакомить всех присутствующих с мнением зала, с мнением ясенец, о том, что сегодня кидает в людей бумажками. А потом мы вернемся к ответам на вопросы. Прошу тишины, прошу спокойствия. Первое, что мы спрашивали у присутствующих, это какие за последние годы отмечаются в районе. Во-первых, это улучшено состояние дворов. В этом говорит 65% бабушки сзади сидят, говорят, я прошу вас, успокойтесь.
Какое заявление? Какое бюджет? Что именно? Вы пришли послушать. Отмечены следующие изменения. Во-первых, это улучшение состояния дорог. Ну вы даете, друзья. Я отвечаю на ваш вопрос. Вот так и рождаются мифы и легенды. Они поддерживаются аплодисментами. Да нет там никакого строительства и никогда не будет. Там нет никакого строительства. Отвечаю на ваш вопрос исчерпывающим образом. Вот здесь, на этой панораме, есть эта площадка спортивная. Она будет стоять всегда. Какой вам нужен еще ответ на ваш вопрос? Я же продолжаю вас отвечать. Я терпеливо вас слушал, вы рождали миф, а я все равно дал вам возможность высказаться. Вам все поаплодировали, потому что все поддерживают и все защищают интересы москвичей. И я тоже. Но я должен дать исчерпывающий ответ на ваш вопрос. Это чистой воды миф. Вызван он был тем, что когда-то у отдельной группы граждан были планы рассмотреть возможность строительства там учительского дома, так называемого. Эти планы давно не существуют. Нет никаких прав на землю. Есть спортивная площадка, которая будет сохранена, на которую никто не посягает и никто не располагает никакими правами.